Добрый день. Как ранее на канале я уже показывал, получается, к нам пришел большой ассортимент коммерческого транспорта. Вот хочу вам показать одно из наименований. Ноускат на Mercedes Sprinter. Получается, что в него входит: капот, бампер, панель передняя, телевизор, решетка радиатора, два крыла и две фары. Это все с рестайлинговой модели после 2015 года. Таких в наличии у нас теперь 4 или 5 точно. Размещу ссылку в описании, там будет все точно указано. Есть разные цвета: черный, серебро, белый. Так что по вопросам приобретения пишите, звоните. Достаточно неплохое состояние. Если автомобиль черного цвета, можно даже поставить без покраски. Полирнуть и установить. Ну, здесь была наклейка. Мелкие царапины, конечно, присутствуют. Не новые запчасти. Но в достаточно хорошем состоянии. Все. Будут вопросы, пишите, звоните. Телефоны будут размещены в описании.